30 апреля в Дагестане стартовал 18-й всероссийский марианистический пленэр «Арт-кампус». В нем приняло участие порядка 150 учащихся из Москвы, Ростова-на-Дону, Уфы, города Октябрьск, Архангельской области и других субъектов России. Отметим, что официальное открытие состоялось в Махачкале, а после делегация отправилась в Дербент, на Сулакский каньон и другие муниципалитеты и достопримечательности региона. Завершился же он в нашем родном Каспийске. 1 мая мы их встретили в кукольном театре города Махачкала. Там прошло открытие у нас, познакомились со всеми группами, кто приехал, и вот там началось наше знакомство, собственно говоря. Организатор этого пленэра – Союз педагогов-художников. В этом году мы стали тоже организаторами, мы помогали во всем. По словам директора детской художественной школы Натальи Крутиковой, в этом году Каспийск не заявил участников, но стал одним из организаторов. Состоялась церемония закрытия 9 мая в городе Каспийске, где приняли гостей на высшем уровне. Им продемонстрировали работы наших юных художников, от которых они были в восторге. Ребятам очень понравилось в Дагестане. Они были в таком восторге. Еще от нашей школы мы подарили им календарики, буклеты, с магнитики различные подарочки сделали. В общем, дети были очень довольны. Им Дагестан очень и очень понравился. За эти 10 дней в республике участники написали более 800 пленэрных работ, посетили музеи Дагестана, приняли участие в разнообразных мастер-классах. В том числе прошли и курсы обучения традиционной лезгинке. И в конце все вот это мероприятие завершила общая лезгинка. Все ребятки с России научились хоть немножко, но танцевать. Стоит подчеркнуть, что в ближайшее время воспитанники детской художественной школы города Каспийска отправятся на подобный пленэр в городе Казань.